Всем привет, с вами Алекс Ки. Хотел поднять также тему, которая пользуется сейчас в последнее время популярностью. Это строительство мусоросжигательного завода под Казанью. Я обратил внимание, что ролик начал набирать большое количество просмотров, и вообще тема стала более популярной, так как сейчас решается вопрос перевода земли из одной категории в другую, для того, чтобы начать уже строительство самого мусоросжигательного завода. И поэтому я хотел вам еще раз объяснить, что мусоросжигательный завод, он необходим для развития экономики, развития инфраструктуры. Также это способствует улучшению экологической ситуации в регионе и вообще на территории страны, потому что вот сами вот представьте, всего 4 завода будут построены на ближайший период, и это поспособствует улучшению ситуации в Московской области, это Волоколамск, также полигон Ядрово, наш полигон Самосырой, куда заводится большая часть мусора. Этот мусор впоследствии потом закапывается, поджигается, еще как-то там сортируется, но в любом случае большая часть вот этой вредных выбросов наносит глобальный ущерб самой экологии, потому что вода, она качается из земли, все это проходит длительную очистку, но мы потом будем употреблять эту воду. Я вот хотел еще показать в моем видео, что на территории Японии достаточно большое количество уже функционирует мусоросжигательных заводов. На территории Европы они вообще даже иногда футуристически выглядят и при этом тоже функционируют. Там люди спокойно работают, дышат этим воздухом. При этом никто из местных граждан, особенно в ближайших районов, не возмущается, они все понимают, что это необходимо, тем более это способствует выработке горячей воды, выработке электроэнергии и также перерабатываемый мусор, все, что не сжигается, все это потом также перерабатывается и используется для укладки асфальта, ну, то есть в различных сферах, используется для различных направлению, так как современные технологии позволяют использовать вообще, по-моему, любой материал, который существует на планете, для использования. И, конечно, понимая, что в нашей системе есть много всяких различных нюансов при строительстве тех или иных сооружений, например, все прекрасно знают, сколько времени, сколько средств было потрачено на строительство стадиона в Санкт-Петербурге, а также сколько уже было потрачено средств и денег, наконец-то будет запущен в ближайшее время Крымский мост, но при этом сметы все время были пересчитаны. В нашем регионе, в Татарстане, есть завод очень хороший аммоний, и производит аммиак, который потом поставляется на всей территории России, а также является экспортным продуктом. И вот этот завод построен полностью под контролем зарубежных компаний. Этот завод был полностью сдан под ключ управляющей компании, которая находится на территории Российской Федерации, которая его сейчас активно эксплуатирует и повышает объем продукции производимой. Но само строительство, за все строительство отвечала другая компания. Поэтому все требования были соблюдены. Я считаю то, что если в данном случае компания отдаст какой-нибудь подряд именно по возведению и соблюдению всех необходимых технологий по системе водоснабжения, газоснабжения, электроснабжения и вообще соблюдение всех технических норм документации при проведении строительства здания, то я думаю, что завод будет полностью функционировать, будет соответствовать всем экологическим требованиям, никаких выбросов не будет, что также поспособствует увеличению рабочих мест и развитию региона в целом. В Бурятии при поддержке Министерства природы планируют уже в 2017 году, эта информация появилась,
Я надеюсь, то, что в ближайшие годы этот план будет осуществлен. Строительство также мусоросжигательного завода совместно с компанией Mitsubishi. Компания Mitsubishi уже давно реализует свои проекты на территории России. Один из основных он находится в Москве. 82 составляет миллиона выручка и всего лишь 1,5 миллиона убыток чистый. Поэтому я считаю, что японские компании подходят с умом при строительстве мусоросжигающих производств. И я считаю, что нашему региону стоит последовать примеру бурятскому и все-таки решиться построить на территории или вблизи города мусоросжигающий завод. И в этом ничего нет такого. Ну, у меня на этом все. Если тебе понравилось видео, ставь лайк. Не забудь подписаться на канал. Жми колокольчик, чтобы не пропустить следующий видеоролик. Ну, у меня на этом все. Всем удачи, всем пока.